Hello. Good evening to everybody. I would like to thank Dina and the partners for having me here. Всем здравствуйте. Я хочу поблагодарить Дину и Акинцев и партнеры компанию за то, что я сегодня здесь. It's the very first time that I'm here in Moscow. Это первый раз в моей жизни, когда я в Москве. Actually in Russia. И на самом деле в России. And I find it a very beautiful city and a very interesting country. So thank you, Dina, and thank you for the partners for inviting me here. И мне кажется, что это очень красивый город и великолепная страна, и большое вам спасибо, и Дина, и Акинцев и партнеры за то, что я здесь. Now, I work right now as a language consultant. Прямо сейчас я работаю как консультант по изучению языков. And a language consultant is something a little bit different from a language teacher. И консультант по изучению языков это не то же самое, что преподаватель иностранного языка. And that means that it's important to teach people how to learn languages instead of teaching them the language. В чем разница? Я не обучаю людей языку, я учу людей, как изучать язык. So I would like to start by talking about the most common myths and legends of language learning. Я хочу начать свое выступление с разговора о самых распространенных мифах, связанных с изучением иностранных языков. The very first thing that probably a lot of you told yourself is that I have no talent for languages. Первое, что, возможно, многие из вас себе говорили, это у меня нет таланта к изучению иностранных языков. But if you think about it, you can speak Russian. It's a very different and very difficult language, but you speak it as your mother tongue, so it's not a problem. Но если вы задумаетесь над этим, вы же говорите на русском языке, а это один из сложных языков, и вы владеете этим языком как своим родным языком. But for you it's a natural thing. И для вас говорить на русском языке очень естественно. It's speaking is a little bit like walking. Говорить на языке похоже на то, как мы ходим. Like typing. Похоже на то, как мы учимся печатать на компьютере. You don't think about it. You just learn it by doing it. Мы не думаем о том, как это делать. Мы учимся это делать, практикуя это. But learning another language is actually the result of a deliberate choice that you make. Но чтобы выучить иностранный язык, нужно принять сознательный выбор, сознательное решение, что вы хотите это сделать. Many people give up because they adopt the wrong approach. Многие люди бросают изучение иностранного языка, потому что изначально начинают с неправильного подхода. It's not because they don't have the talent to do that. Совсем не из-за того, что у них нет таланта, нет склонности к изучению иностранного языка. So they're not actually learning the language, for example, at school, but that they're observing it. They're not learning it. Потому что на уроках в школе, вместо того, чтобы изучать язык, они наблюдают за языком. Learning another language means acquiring an ability deliberately, without pure necessity, as I was saying before. Когда мы изучаем иностранный язык, мы делаем сознательный выбор, и это наши сознательные усилия. У нас нет какой-то чистой необходимости его изучать. And as I was saying before, и как я говорил раньше, we can all, I hope, type. Мы все учимся печатать, write, писать, and if you want, learn to play the guitar. Если хотим, учимся играть на гитаре. This is the result of training and time spent on this activity. Но все это является результатами тренировки, практики, результатом того, что мы уделяем время этим видам деятельности. If you think about the best performers, если вы подумаете о очень известных исполнителях, in like sports, об очень известных спортсменах, or music, или музыкантах, or other fields, или выдающихся людях в других сферах, you will find out that they spend a lot of time training. Вы обнаружите, что большую часть своей жизни они посвящают тренировке. Now, if you take a look at two countries like Luxembourg and Congo in Africa, если вы посмотрите на две страны,